Число желающих защитить себя от новой коронавирусной инфекции на сегодня составило 1127 человек. Среди тех, кто прекратил тратить время на сомнения и решил обезопасить себя, люди разного возраста и профессии. В первую очередь это работники образования, социальной сферы, администрации, пенсионеры, ну и, конечно же, медицинские работники. Сотрудники Кашхабской центральной районной больницы на своем примере показали, последствия от прививки минимальны, проходят быстро или вообще отсутствуют. Зато после нее появляется уверенность в своей безопасности и безопасности близких. Я сотрудница детского отделения. Ежедневно мы контактируем с температурящими больными. И вследствие того, что я работаю среди больных, я сама тоже прививку сделала. Перенесла нормально, реакции у меня не было. Всех жителей призываю сделать прививку. Я сотрудница терапевтического отделения. Считаю нужным, что вакцинация обязательна для семьи, для дома. И ежедневно мы сталкиваемся с больными, работаем, находимся среди них. Я считаю, что это надо делать вакцинацию, перестать, наконец, бояться. Сама я переболела COVID-19. Сейчас у меня антитела. Но когда придет время, я планирую вакцинироваться. В прошлом году я переболела ковидом. По истечению 6 месяцев сдала кровь на антитела. Теперь вот в апреле месяце была проведена прививка, первый тур. И вот сегодня вот второй тур вот сделала. Вот, а как вы себя чувствовали после прививки? После прививки все нормально, без температуры, самочувствие удовлетворительное. Проблем, связанных с нехваткой вакцины от коронавируса, в районе нет. Препарат доступен не только врачам, учителям и представителям других групп риска, а всем жителям старше 18 лет. При отсутствии медицинских противопоказаний прививку может сделать любой желающий. На сегодня в район поступила новая партия вакцины «Эпивак Корона» в количестве 100 доз и 50 доз «Спутник Ви».